Всем привет-привет! Вы на канале Wood GSN, у меня сейчас идет очередная прямая трансляция, и один из зрителей, параллельно спонсор канала. Кстати, ребята, спонсоры, спасибо вам большое за то, что вы есть и за то, что поддерживаете канал. Варбист прислал подарочек, и давайте будем распаковывать, смотреть, что там. Помимо того, что там точно есть сниппеты, которые мне очень нужны. Здесь ничего себе! Варбист, ты зверюга просто! 2500 голды, 1170 сниппетов. Пол ляма кредитов и целых 7 дней прем-аккаунта. Блин, ну крутяк, реально. 2,5 косаря. Это по большому счету я себе, когда выйдут на продажу какие-нибудь прикольные, классные семерки, которых у меня нет, могу себе абсолютно спокойно позволить это. Ну, либо покрутить рулетку на какую-то тачку, которой в коллекции не хватает. Варбист, спасибо тебе огромное. Друзья мои, я пошел дальше с ребятами катать на прямой трансляции. Если вдруг еще что-то будет, то, как обычно, я еще вернусь. Ну, а значит, на этом видео не заканчивается. Ну, а если вдруг не вернусь, то, знайте, наш все-таки стримчик прошел все равно успешно. Ну и, соответственно, приходите на стримы, буду вам безумно рад. Мира вам, друзья мои, и абсолютного спокойствия. Пока-пока. Ребят, не прошло и буквально там пары минут каких-то стрима, и прилетел подарок от еще одного зрителя, который вместе с вами сейчас открываем. Что там находится, не знаю. И параллельно с этим к нам залетает донатик. Спасибо большое. Сейчас дождусь отображения доната. На кофе. Спасибо большое. Спасибо большое. Безумно приятно. Ну что, давайте. Давайте будем открывать. Что у нас здесь внутри? Здесь еще 2500. 1170 снипов. Тот же самый наборчик. Итого получается, ребят, 5 косарей. 5. Да за 5 косарей, в принципе, Леву можно купить в составе набора. Да за 5 косарей можно другую тачку какую-то в голом состоянии себе приобрести. Ребятушки, спасибо большое, безумно приятно. Продвигаемся дальше в исследовании танчика в сезоне 3 противостояния, а именно Фюнрика. Да-да, я помню о том, что не Фюнрик, а Фанрик. Мне просто больше так нравится его называть. Поэтому не забрасывайте меня помидорами. Ну, просто отнеситесь с пониманием к тому, что такое название меня как-то больше прельщает. Спасибо большое за подарочек, Баузеро. Ну, ребят, я побежал дальше стрим гонять, а вы присоединяйтесь. Если вдруг не вернусь, вы знаете, что делать. Подписаться на канал, нажать на лайкос и обязательно прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и какая уже теперь моя прямая трансляция без подарка от одного из зрителей Варбиста, который присылает эти подарки реально на каждой прямой трансляции. Причем порой даже по несколько штук. Варбистик, спасибо тебе большое за то, что являешься спонсором канала. Кстати, ребят, спасибо всем спонсорам канала за то, что вы есть. Ну и приобщайтесь к числу спонсоров, получайте дополнительные бонусы от меня как от автора. Ну что, ребят, открываем? Открываем подарок от Варбиста, смотрим, что там. 2500 голды и 1170 сниппетов. Круто, плюс 7 дней према. И, ребят, это очень крутой подарок, потому что прямая трансляция сегодняшняя, она посвящена фарму голды для того, чтобы вернуть себе К-91, который я был вынужден продать. Варбистик, спасибо тебе огромное еще раз. Ты сейчас просто взял и выполнил половину моего плана в отношении фарма голды. Ну, поскольку мне надо 5000 на то, чтобы К-91 вернуть назад в стойло. Спасибо большое за присланный подарок. Ребят, я пошел дальше на прямую трансляцию. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и обязательно жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поверьте, у меня на канале не только открытие подарков от моих зрителей. Всем пока-пока. Друзья мои, стрим продолжается, и Варбист решил дать еще один, удар по моей нервной системе, ну, своим вот этим вот, как видите, очередным подарком. Без лишних слов, просто открываем и просто радуемся тому, что там находится. 2500 голды и 1100 сниппетов, ну 1170 снипов и еще 7 дней прем-аккаунта. И, ребят, я думаю, что на данном конкретном моменте мы можем завершать полностью прямую трансляцию. В дальнейшем прямая трансляция не имеет вообще никакого смысла, потому что целью прямой трансляции было возвращение назад в стойло К-91.
восстанавливаем себе данную машину благодаря Варбисту. Варбист, спасибо тебе большое за то, что ты поддержал канал, помог мне вернуть К-91 на его законное место. И, в принципе, на все это у нас ушло 12 минут прямой трансляции, опять-таки, благодаря Варбисту. Всем спасибо, всем всего хорошего. Я думаю, что дальше мне здесь делать нечего. Ну, а если серьезно, я пошел дальше вести прямую трансляцию, кататься с ребятами во взводах абсолютно бесплатно. Ну, а вы, если хотите посещать такие прямые трансляции, я думаю, знаете, что делать. Мира вам, мои друзья, и обязательно спокойствие. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. У меня идет сейчас прямая трансляция, которую вы, скорее всего, пропустили. Ну а для того, чтобы их не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. На прямых трансляциях один из зрителей взял за привычку отправлять подарочки, за что я ему отдельно благодарен и пообещал, как ему, так и всем остальным ребятам, кто подарки будет отправлять, что все подарки будут открываться под запись и все эти видео будут выкладываться на канал. Ну что, ребят, открываем, смотрим, что Варбистик нам прислал. Здесь у нас внутри мега-контейнеры 390 сниппетов. 390 сниппетов уходят в Фюнрику на прокачку. А что касается мега-контейнера, то сейчас однозначно его откроем. Переходим в хранилище. Красавчик, ты меня подожди, пожалуйста. Мы с тобой сейчас будем катать, как, в принципе, и договаривались. Но сначала мы откроем контейнер. Глядишь, сейчас оттуда как дропнется вот прям что-то такое крутое-крутое. Было бы очень жирно сейчас. Ну что, открываем. Открываем, ребят, и здесь у нас... Ну давай, давай, ну. Ай, блин. Ну что ж такое-то? 250 золота. Жадины. Жадины разработчики с этим мега-контейнером. Варбистик, спасибо тебе большое за присланный подарочек. Я безумно тебе благодарен за твою поддержку. В том числе и за то, что ты являешься спонсором канала. Кстати, ребята, спонсоры, спасибо вам большое, что вы есть. Это просто мега-поддержка канала в его развитии. Друзья, я пошел дальше катать прямую трансляцию. Как я уже говорил, для того, чтобы на них присутствовать, пожалуйста, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всех жду в гости. Ну а если будет что-то еще, обязательно вернусь. На данном этапе мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Ребятки, один из зрителей решил, что мне стоит к вам вернуться и открыть для вас еще один подарочек и вместе с вами порадоваться тому, что там внутри находится. Ну что, открываем, смотрим и роскошь. Отдельная тебе благодарочка за присланное, вне зависимости от того, что там внутри находится. Я очень ценю внимание, а не содержимое. Еще один мега-контейнер и 390 сниппетов. Круто! Сейчас будем открывать еще один конт, ребят. Ну а потихоньку здесь прокачивается наш Фюнрик. Смотрим. Заходим в хранилище. Ну и открываем еще один мега-контейнер. Я только единственное, что хочу посмотреть, сколько у меня талисманов по мега-контам. 2 из 10. Ну окей, хорошо. Еще долгая песня. Может, когда-нибудь дособираю. А пока открываем и смотрим, что здесь. Ну, давай. Давай. Давай что-то классное. Блин. Ну слушайте, ну 350 голды. Ну, не обид, ну скажите. Ну серьезно, ну это как-то вот вообще как-то не по-божески. С учетом стоимости этого мега-контейнера, мне кажется, что все-таки немножечко этот мега-контейнер голды не додает. Ну, блин, ребят, ну простите. Ну простите, что так с вашими подарками получается. Ну вот такой у меня аккаунт. Нефартовый до безобразия в отношении открытия контейнеров. Как есть, так есть. Спасибо большое за присланный подарочек, роскошь, уважуха, респект, спасибо, что приходишь на прямые трансляции, вам, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, побежал дальше вести прямую трансляцию, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия, всем пока-пока. Короче говоря, ребят, роскоши не понравилось то, как у меня получилось с предыдущими его подарками. Я подозреваю, что в этом подарочке он прислал еще один мега-контейнер. И не удивлюсь, если там еще их и больше будет. Ну и, соответственно, давайте откроем, посмотрим, что как. Но я уверен, что он все равно меня не победит. Я имею в виду, не победит мой нефарт в отношении открытия этих мега-контейнеров. Да, ну, я предугадал, вопросов нет, мега-контейнер, сниппеты. Сниппетом однозначно рад, может быть, еще и получится до конца сезона Фюнрика открыть, было бы прям совсем круто, я имею в виду выкачать его в топ, сам Фюнрик уже в ангаре стоит. Ну, а что касается мега-контейнера, то давайте откроем, посмотрим. Может, я не прав, может, все-таки сейчас роскошь мне докажет, что из этих контейнеров может выпадать что-то годное. Ну, давай, давай то, чего нет. Ну, блин. Ну, вот какими словами это назвать? Третий контейнер. Ребят, третий контейнер
300 голды. 300. Это, ну, блин. Ну, нищебродство, серьезно. Ай. Нет, я понимаю, что это 6 дней просмотра рекламы. Ну, все-таки. Но все-таки немножко не то, на что рассчитываешь, когда покупаешь такие контейнеры. В общем, друзья, если что-то будет еще, обязательно вернусь. Если не вернулся, ну, значит, тогда будет следующее видео на эту же тематику, но чуть позже. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Все что угодно, открытие контейнеров, прокруты рулеток, зацен новой техники, обзоры товаров в магазине, честное мнение по поводу ивентов и подсказы вам, как их пройти. Короче говоря, все это вы найдете на канале. Для того, чтобы все это получать вовремя, пожалуйста, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ну а я сейчас на прямой трансляции получил подарок от одного из своих друзей, Маси, который играет под никнеймом Андрей Император. Ну что, открываем, смотрим, что там внутри. Однозначно сниппеты и ох ты, блин, класс. 250 голды падают в копилочку. Кстати, денежки будут потрачены на открытие какой-нибудь рулеточки или каких-то контейнеров для того, чтобы показать вам, дорогие зрители, шансы выпадения чего-либо из этих предметов. Я пошел дальше катать на стриме со своими друзьями, а вам мира, ну и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Братцы, прямая трансляция продолжается, уже не один раз ее продлевали, за что я безумно благодарен всем ребятам, кто сбрасывал соответствующие донаты, и вот сейчас штучка 77, а он же у нас Ромка 5, прислал подарочек мне на прямой трансляции. Спасибо большое, открываем, ребятушки, и смотрим, что там внутри. Но... ух ты, мега-контейнеры, 390 сниппетов, ну... Спасибо большое, к мега-контейнерам у меня сейчас отдельное отношение, я после того, как посмотрел открытие контейнеров на 210 тысяч голды, я к ним стал относиться немножечко осторожней, но спасибо большое, сейчас попробуем открыть, мало ли, может там сейчас действительно как дропнется что-то очень-очень клевое. Открываем мега-конт, держу пальцы крестиком, ребят, поддержите позитивными мыслями. Ай, блин. 250 голды. Ну, прости, братишка. Прости. Не фартовый я в этом отношении. Не хотел я вот так открытой подарочек. Ну, как получилось. Спасибо большое за присланное, друзья мои. Если что-то еще будет, обязательно вернусь. Ну, а если не вернусь, на всякий случай, мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. Сейчас у меня идет прямая трансляция, и зритель, который на постоянной основе подкармливает меня всякого рода подарочками, прислал очередной, ну и, соответственно, сейчас будем открывать и смотреть, что там находится внутри. Распаковываем. Варбистик, тебе огромное спасибо за присланные. Круто! 750 голды, ребят, бусты на голду. Это действительно очень классно. На данном аккаунте я коплю голдишку для того, чтобы здесь прокручивать рулетки, так как это самый свежий мой аккаунт из моих имеющихся. Ну и, соответственно, здесь из рулеток, возможно, что-то получше можно будет получать. Спасибо, Варбистик, еще раз за подарочек присланный. Ребят, я пошел на прямую трансляцию. Если что-то будет, еще вернусь. Если не вернусь, на всякий случай, мира вам и обязательно спокойствие. Да, и не забудьте подписаться, пожалуйста, на канал и прожать колокольчик. Я побежал. Пока-пока. Друзья, прямая трансляция продолжается, и несмотря на то, что я играл не на основном аккаунте, мне один из зрителей маякнул, что именно на основной аккаунт прислал мне подарочек. Где его, в принципе, сейчас и откроем. Ну что, смотрим, что там внутри. И здесь мега-контейнер 390 сниппетов. Открываем мега-кон сразу. Ну и, соответственно, держу пальцы крестиком в надежде на то, что из мега-контейнера мне упадет что-то приятное и годное. Я настолько сильно расстраиваюсь, когда из присланных контейнеров ничего не выпадает. Ну, просто понимаю, что человек отправлял от чистого сердца в надежде на то, что дропнется что-то годное, а оттуда выпадает какая-то фуфляндия. Но, ребят, не от меня зависит. И здесь у нас... опаньки! 500 голды и черный ящик. Открываем черный. Открываем черный. Давай третьего уровня сразу мне. Но... да, блин, второго! 300 голды. 300 голды и черный ящик второго уровня. И отсюда у нас падает... ну, давай. Давай на ступеньку выше ящик. Вот жлобяра. Не, ну все равно, 600 голды, слушайте, неплохо. С этого мега-контейнера посыпало, в принципе, неплохо. 600 плюс 300, 900 плюс еще 500, 1400. Круто. Роскос, спасибо большое за присланный подарок. Действительно, не кисло так подогрел копилку.
Огромная тебе благодарочка. Ребят, вам большое спасибо за просмотр. Если что-то еще будет, обязательно вернусь, перепрыгиваю на свой другой аккаунт и продолжаю с ребятами прямую трансляцию. Ну а вы хотите не пропускать прямые трансляции, приходить на них, веселиться и общаться в чате, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и милости просим. Там всегда большой дружный коллектив. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день выходит по несколько видосов разной тематики, и поверьте мне, на канале действительно всегда есть что посмотреть. Если хотите все это не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Сегодня у нас 26 марта, у меня очередная прямая трансляция, и на прямой трансляции от нашего уже постоянного спонсора в виде подарочков, ну и, честно говоря, спонсора канала в целом, Варбиста, прилетел очередной подарок. Варбистик, спасибо тебе большое за то, что радуешь подарочками меня и всех зрителей. Ну что, ребят, давайте будем открывать, будем посмотреть, что у нас там. И здесь у нас ничего себе! 2500 голды, 1170 сниппетов, мама моя дорогая. И плюс еще бустерочки. Братишка, спасибо тебе большое. Прям приятно, приятно до безобразия. Огромная-огромная тебе благодарочка, всего тебе самого наилучшего, обязательно тебе мира и спокойствия, и спасибо тебе большое за то, что ты проявляешь интерес к каналу, к моему контенту, да и ко мне, в принципе, как человеку. Огромное всем спасибо за просмотр, если вдруг еще что-то будет в пределах данной прямой трансляции, обязательно к вам вернусь, ну а если не вернусь, то на всякий случай, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Друзья мои, стрим продолжается, и на последних минутах стрима Роскошь прислал подарочек. Спасибо большое за проявленное внимание. Открываем подарок и смотрим, что там внутри. Но мега-контейнеры 390 сниппетов. Спасибо большое, Роскошь, за присланное. Сейчас однозначно сразу открываем мега-контейнер. И я очень сильно надеюсь, что там будет контейнер огромный сюрприз. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы выпал именно этот контейнер, потому что там либо получаешь танк, ну, либо получаешь, пускай не сильно большую, но все-таки сумму по голде. Ну что, ребят, открываем, смотрим. А глядишь, может, сейчас десятка какая-то коллекционная как вывалится из контейнера и... Эй, нет. К сожалению, нет. 2500 не получаем, получаем 250. Ну, ладно. Хорошо. Как есть, так есть. Расстраиваться не буду. Я больше расстраиваюсь за то, что люди, присылающие подарки мне, видят, какие дешманские предметы выпадают из этих контейнеров мне. Очень-очень обидно по этому факту. Ладненько, ребят. Я побежал. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, у меня идет прямая трансляция, и на прямой трансляции один из постоянных зрителей, Варбист, прислал мне подарочек. Ну и как заведено у меня на канале, я все подарки открываю исключительно под запись, для того, чтобы те ребята, которые их присылали, видели, что из них выпало, ну и, соответственно, вы видели, что я ценю каждого, кто меня поддерживает всеми доступными ему способами. Если у вас нет возможности поддержать меня финансово, безусловно, этого не требую, достаточно, чтобы вы просто прожали лайки, подписались на канал. Это я тоже очень сильно ценю, уж поверьте мне. Ну что, открываем подарочек от Варбиста. Варбистик, спасибо тебе большое. Что у нас здесь внутри? И... мега-контейнеры 390 сниппетов. Забираем. Ну и, соответственно, сейчас будем открывать мега-контейнер. Смотрим, 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 что у нас в мега-конте. Дай, дай что-нибудь годное, пожалуйста. Ух ты! Ух ты, проводник душ, ребят, и 300 золота. Это действительно очень круто, я очень хотел себе данный обвес, а 300 голды, ну, я бы сказал, очень даже кстати, с учетом того, что в ближайшее время будет на что ее потратить. Это я уж знаю точно. Спасибо большое Варбистику за присланный подарок. Ребят, вам огромное спасибо за просмотр. Я побежал дальше на прямую трансляцию, а вы, друзья мои... Если хотите все это не пропускать вживую, то подписывайтесь на канал и приходите на мои стримы. Поверьте, там весело, прикольно и очень общительный чатик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.